Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Mania. Это новое видео. Я обещал, что я сравню пользовательское сравнение без каких-то технических характеристик два уникальных, на мой взгляд, телефона. Это Xiaomi Mi 8, который мне очень понравился, и Pixel 4, который мне тоже очень понравился. Но Pixel 4 я купил, а Mi 8 очень нравится моим зрителям. Давайте начинать. Поехали! Итак, это видео будет в первую очередь, в первую и в последнюю очередь, пользовательским обменом опыта. То есть, какие ощущения испытывает человек на примере меня, среднестатистического пользователя гаджетов в 2021 году, если стоит, допустим, в рамках какого-то выбора между двух марок и моделей. Это, допустим, что-то от Xiaomi на примере Mi 8. Это действительно бывший флагман 2018 года. И очень актуального сейчас, тем более за такие деньги, это непосредственно, сейчас я разблокирую, он разблокировался, Pixel 4. Итак, давайте начнем, как вы понимаете, это Pixel 4, а это Mi 8. С вот каких-то тактильных ощущений, которые вы будете испытывать, беря телефон в руки, в каждый раз, когда вы будете взаимодействовать с устройством. Pixel 4 действительно настолько уникальное устройство в плане эргономики, что все, что вы слышите о нем в видео, не передает даже толики того, как он ощущается в руках. Я изначально знал, что мне нужны очень клевые ощущения, и реально догадывался, точнее, это везде указано, что вот эта крышечка стеклянная, она сделана под... Точнее, не сделана, она имеет определенное матовое покрытие. И действительно, у Pixel, у Google есть такая возможность, я не знаю, как они это делают, она до такой степени приятная в использовании, приятная к руке, приятная к коже, что действительно получаешь некий другой уровень взаимодействия с тем брусочком, который мы держим в каждый день, по несколько часов в день, некоторые даже не выпускают телефон из рук, но все-таки надо знать меру. И действительно, вот очень-очень-очень приятно им использовать. То есть у меня средняя рука мужская, небольшая, не маленькая. И действительно, одним пальцем, без перехвата руки, я могу дотягиваться, по сути, куда угодно. Если, к примеру, мне нужен какой-то момент, это, по-моему, на этот... Если мне нужен какой-то момент куда-то дотянуться до шторки уведомления, даже вот сюда я без проблем смогу это сделать. Поэтому в плане юзабельности, в плане того, если вы думаете, расстраиваетесь или там в сомнениях, в муках выбора, как же будет чувствовать себя Pixel 4 в руке, XL определенно будет точно такой же по ощущениям, но это телефон размером больше. А у нас стоит выбор, стоит, скажем так, задача выбрать из достаточно компактных устройств, правильно? Для того, чтобы телефон все-таки оставался телефоном, а не вот это вот все, как бы сказал наш любимый с вами Вилсаком. Переходим к Xiaomi Mi 8. Этим телефоном я тоже, можно сказать, какое-то время изредка его беру в руки, потому что он находится на моей работе, и у меня представляется такая возможность действительно держать его в руке. Все, что я могу сказать по этому поводу, то есть по этому телефону, ну, все-таки глянец, черный глянец. Естественно, вы будете его носить в чехле. В чехле он станет больше, то есть он действительно по размерам больше, чем Pixel. Не намного, но больше, шире. Им тоже удобно пользоваться, и для того, чтобы понимать, допустим, если есть такая возможность, вы можете зайти в любой торговый центр, в любой отдел какого-нибудь Эльдорадо или Nvidia и взять любой iPhone серии 10, то есть 10S, 10, или 11, или 11 Pro, и вы поймете, как вы будете себя чувствовать и будет ли вам удобно в использовании одной рукой. Опять же, здесь стекло, и вот этот вот холодок от металла, от металлической рамки, он тоже очень хорошо ощущается. И само взаимодействие с этим телефоном не то что хуже, оно некое другое. То есть, действительно, телефон берешь в руки и тоже приятно использовать. Я не знаю, как это делает Xiaomi, потому что Mi 11, Mi 11 Lite вроде как не совсем хорошо
продаются у них на данном этапе, но опять же речь не об этом. Здесь устройство, которое, ну это просто очень хорошая, не то что копия, а копия в хорошем смысле 10-го айфона. 10-го в плане размерности, в плане повтора всех элементов по камере, по челочке, которая здесь выполняет тот же самый функционал разблокировки по лица, а также встроенная передняя камера. В итоге, что же лучше, спросите меня вы? Друзья, вы знаете, здесь нет однозначного ответа. Если честно, вот я ни капельки не пожалел, приобретая Pixel 4. Вы сейчас скажете, ну, конечно, ты не пожалел, потому что ты потратил деньги. Нет, друзья, на самом деле, я очень часто меняю устройство. Вы можете об этом постоянно слышать у меня на канале, в моих видео. И я повторял, повторяю и буду повторять, что Mi 8 – это безусловный топ. Просто топ. За те деньги. Откройте видео, может быть, здесь сейчас справа наверху всплывет подсказочка. Откройте видео, где я рассказываю первый раз в этом году про... Вообще первый раз на моем канале про Mi 8. Посмотрите, сколько комментариев пользователей. Люди делятся мнениями. Всем, во-первых, большой привет. Обязательно пишите Дональдак, если досмотрели до этого момента. Люди делятся мнениями и люди делятся ценами, за сколько они приобретают такие устройства сейчас в мае 2021 года. Кто-то купил месяц назад, кто-то купил сейчас, кто-то купил уже в этом 2021 году. И вообще ни капли не обламываются. Да, они говорят, что здесь ахиллесова пята — это, естественно, то же самое, кстати, что и в Pixel 4. Это аккумулятор, который в Mi 8 также тает на глазах. При этом я понял одно, что в неделю эксплуатации Pixel 4 и постоянного такого временного юзания Xiaomi Mi 8, я понял, что экран, время работы экрана, я только по этому параметру оцениваю именно автономность любого устройства, примерно одинаковая, то есть от 3 до 4,5 часов. Выбирая между этими двумя устройствами, однозначно они оба имеют место быть. И та цена, за которую продают и покупают, точнее, люди, я не знаю, правда, ну просто ну, продайте мне 2, я с удовольствием, 2, 3, ну 3 не надо мне, 2 Mi 8, как бы, главное, чтобы они не разбитые экраны были, я с удовольствием приобрел бы, потому что ну, за 7, за 8, там, 8,5 тысяч рублей, это цена телефона, это телефон просто конфета. Что же мы получаем, потратив там от 20 до 30 тысяч рублей Pixel 4? Однозначно здесь камера по фото и видео продукции, то есть итоговому результату будет получше. Я не сказал, что в разы, сейчас, наверное, вы будете видеть снимочки на экране. Я постараюсь сделать предметную съемку на улице. У нас сейчас погода в Карелии не очень, поэтому в пасмурном состоянии погода находится. И, собственно, в помещении при средней освещенности, при хорошем свете я вам все это дело продемонстрирую. Далее, по удобству использования в плане сим-карты, вот это вот все. Многие написали мне, а вот не страшно ли тебе покупать пиксель, залоченный на американского оператора. На самом деле нет, не страшно. В ближайшие несколько, наверное, лет я не планирую ехать в Америку. То есть, я думаю, может быть, вообще никогда в жизни туда не попаду. И поэтому лог на американского оператора мне не страшен абсолютно. То есть, многие думают, что если телефончик, соответственно, американского оператора, и здесь что-то будет происходить, не будет ловить сеть. Абсолютно это не так. Все давным-давно работает, есть способы все это дело разлачивать, и все это делается ну, буквально за 2 минуты с помощью телефона и компьютера на Windows, которого у большинства именно такая система стоит. Это мне, может быть, будет тяжело, но где-то будет искать, потому что я пользуюсь MacBook'ом. И, собственно, ничего не будет происходить, пока вы не скинете телефон на заводские настройки. Как вы можете обнаружить, сейчас здесь работают и активны 2 сим-карты. Причем одна из них eSIM, все без проблем работает, последнее обновление Android 1 с последней патчей безопасности. Тут MIUI 12 и тоже все работает хорошо, но здесь никаких то есть, подтасовок, скажем так, делать не надо. И две сим-карты работают по умолчанию и нет карты памяти, потому что да, это когда-то был флагман от компании Xiaomi. Ну а вот такое качество вы получите на фронтальную камеру в помещении при искусственном освещении. В принципе,
Все хорошо, фокус у нас здесь отлично работает. Давайте я с вами, друзья, похожу. Вы посмотрите, как это все дело будет в тряске. То есть, ну, в какой-то вот в этом моменте без стабилизации. И для себя сделайте какие-то выводы. Опять же, если честно, я в шоке. Я просто в шоке от того, насколько здесь хорошая камера. По сравнению с телефонами, которые стоят дороже, друзья. Просто насколько здесь камера лучше. Смотрите, как отрабатывает в тенях. Друзья, это вообще круто. А это у нас тест записи видео на основную камеру. Здесь мы можем делать это вот такой вот зум. При этом происходит, естественно, все это дело программно. Потому что X2 только вот до такого уровня у нас происходит физически, и все остальное это программно. Но тут еще такое понимание. Это 4К. Но вы в любом случае увидите это все в 1080, как бы, да? Но вот это качество изображения 4К, 60 кадров в секунду, данная возможность в этом телефоне есть. А по поводу тряски, вот, допустим, я прыгаю сейчас, а вот я сейчас иду по лестнице, держа телефон, ну, в руке. Опять же, есть ли какая-то картинка, то есть есть ли какое-то дрожание и так далее. Что у нас по фокусу? Абсолютно офигенно. Было бы, сказал бы я, но по видео у нас получается фокус. Фокус приди. Фокус по тапу. Фокус по тапу, но тут надо как бы разбираться. Может быть, я что-то в настройках наделал. Но в любом случае, как бы, вот такой вот плавный зум, как на айфоне. И максимально это все может достигать до 6. Давайте подсмотрим за этим молодым человеком до X6. И все, быстро вернулись, и у нас вот такая вот погода, при этом цвета. Давайте прогуляемся до зеленых насаждений. То есть это у нас вот такая вот, какой-то кустарник. Почему у нас фокус? Фокус по тапу. Здесь у нас фокус. Наверное, просто мои кривые руки как бы. Я тапаю, фокус ловлю. Вот ровно сам, ровно тоже, наверное, получите и вы. Фокус по тапу, да. Да, друзья, определенно это очень высокое качество за очень маленькие деньги. Несколько лет назад мы и представить себе не могли, что вы получите вот такое вот качество на до 10 тысяч, на телефон до 10 тысяч рублей. Раз, два, три, запись на улице Xiaomi Mi 8. Это тест фронтальной камеры, и звук непосредственно пишется отсюда. Ровно такой же результат вы получите, потому что на самом деле это очень и очень хорошее качество видео, которое я могу наблюдать на телефоне. Поэтому две сим-карты тут, две сим-карты тут. Кому нужен побольше дисплей, выбирают Xiaomi. По камерам у нас пиетет почти. Почему? Потому что цена. Цена всегда имеет значение. Я говорил и буду говорить. Всегда обращайте внимание и свои надежды на использование гаджета и на возможности гаджета сравнивайте с той стоимостью, за которую вы заплатили за этот гаджет. Телефон в 2, получается, с половиной раза Mi 8 на бушном рынке дороже, чем Pixel 4. И ровно настолько же, примерно, плюс-минус, есть отличие по камере. То есть, самая главная камера, здесь чуть побольше дисплей, и, в принципе, у нас отличий как таковых нету. То есть, почему, вы спросите, тогда я не взял Mi 8? Ну, во-первых, у меня есть несколько конструктивных претензий к этому телефону. Все-таки сканер вот этот вот меня очень сильно и визуально, и в плане использования, скорее всего, напрягает. Но за 7, наверное, тысяч рублей я бы смог его потерпеть. Но я просто не нашел за такие деньги телефон как бы в продаже. И все-таки здесь вот, допустим, я посмотрел, скорее всего, и на пикселях это тоже происходит. То есть, если здесь сейчас убрать вот эти вот наэкранные кнопки,
Focus Pre-D. Снимается это все на Vivo, кстати, E31. И здесь выгорание дисплея. То есть я такое встречал только на смартфонах от компании Xiaomi, которая с AMOLED-экранами, и на смартфонах от компании Samsung. На пикселях, на вторых, я видел, но не у своего телефона. На своем телефоне несколько лет назад был один всего лишь битый пиксель прямо с коробки, прямо с завода. И при этом он потом дальше вроде даже никуда не пошел. А тут же как бы AMOLED-матрица, сейчас здесь установлена гидро какая-то там пленка, в общем, может быть, видите по стыкам, может быть, не видите, потому что она не всегда садится вот здесь вот ровненько и хорошо. Но, в общем, здесь сейчас экран защищен гидрогелевой этой пленкой, да, как бы она ни называлась. Ну, а здесь сейчас я использую силиконовый чехол, который мне продавец любезно положил в комплекте. Ну, а так снимает фронтальная камера Google Pixel 4, тоже вот в процессе движения. Посмотрите на Rolling Shutter. То есть непосредственно можно покрутиться вместе с ним. Как это все здесь происходит? Почему-то в какие-то моменты мне кажется, что Mi 8 отрабатывает лучше. Но ту картинку, которую вижу я, меня устраивает абсолютно точно, потому что качество видео в таких сценах более чем... Я могу вот так сделать, могу вот так. Более чем достойное. Естественно, здесь все нормально с фокусом, никаких проблем нет. Это у нас при искусственном освещении, друзья. При искусственном освещении, знаете почему? Потому что на улице льется дождь, очень достаточно сильный. Но все равно для примеров сейчас сделаю пару-тройку кадров и на улице. Тест записи видео. Начался дождь, и поэтому вот такая вот совсем унылая картинка. Это стандарт, это 2X. Также у нас есть возможность это дело вот таким вот образом посмотреть. Дождь вообще, если честно, как бы по приближению 8X. Опа! Вот так это все работает. Скорость быстродействия автофокуса тут, ну, вообще не сравнить, то есть она здесь реально быстрее, лучше. Очень все быстро, очень все качественно. Ну, друзья, ну это iPhone в мире Android, и как бы, ну да, наверное, видеосъемка, но ее подтянули ее. Оп. Также у нас есть возможность записи 4К. Если я не ошибаюсь, 60 кадров в секунду. Но в любом случае вы будете это все смотреть в Full HD. Вот так вот. Заряжаю дома на беспроводной зарядке 10-ваттной, как бы, и все это дело хорошо. Этот телефон беру раз в несколько дней в руки для того, чтобы подзарядить, да, потому что он стоит и продается на витрине. А, в принципе, больше, наверное, ничего такого в этом плане, ну, сказать не могу. То есть, понимаете, 7000 рублей слева и, условно говоря, там 26 тысяч, 25 тысяч или сколько бы он ни стоил, от 20 до 30 тысяч рублей справа. Вот ровно настолько этот телефон лучше, чем... Так, я посмотрю. Кстати, ну это будет отдельное видео, я попытаюсь мифы вот эти все убрать. О том, что у нас работает с закрытыми глазами, о том, что банковские приложения постоянно требуют, надо вводить цифровые пин-коды, пароли. Абсолютно не так, на пикселе это ни хрена не работает. То есть работает как раз таки хорошо, не надо ничего вводить, все приложения уже оптимизированы, разработчики все это дело допилили, и все это работает по Face ID. Ну и в принципе по быстродействию. Самое главное, основное преимущество, это плавность картинки, то есть плавность перелистывания рабочих столов. Сейчас еще, пока что я дал себе 2 недельки использования, я не поставил в меню разработчика, чтобы было всегда активно 90 Гц, то есть здесь сейчас находится только при высокой яркости и при определенных, как бы, ну,
при определенной как, то есть она адаптивная. Вот насколько быстро, да? Здесь выходим. Куда бы еще так зайти, чтобы это все дело там особо... Нет, от открытия, ну, здесь вот не получилось. В общем, смысл в том, что 90 Гц... В общем, здесь плавный экран. Ты смотришь, камон, мужики, здесь просто смотришь в дисплей телефона. Он тебя во всем устраивает. Яркие, сочные цвета и никаких проблем. Черный – это черный, потому что это OLED-матрица. Белый немножко уходит в желтизну, причем не так сильно, как, допустим, некоторые пишут, опять же, в комментариях под видео, под некоторыми, в том числе и под моими. А здесь тоже экран очень-очень хорош, но это все-таки дисплей 2018 года, и тогда широко так не применялась технология, если она вообще работала на тот момент при выпуске этого телефона как модели. И поэтому, ну, здесь экран тупо больше, поэтому вам, наверное, кажется, что он как-то сочнее, контрастнее. На самом деле не так, потому что если сблизи, вот, то есть вот здесь вот оно прямо вот на поверхности, прямо вот иконки все, здесь шикарный дисплей, хорошая высокая контрастность, и все здесь четко, то есть границы иконок, то есть вообще все очень и очень хорошо. Здесь, в принципе, тоже все неплохо, но, опять же, в меру своей, скажем так, актуальности на момент выхода. Я напомню, это 55-й раз скажу, это 2018 год. Поэтому взаимодействие по экрану, взаимодействие по камере вы получите еще миллион раз, повторюсь, ровно настолько, насколько вы заплатили меньше денег. Ну, вы скажете, окей, в чем у нас как раз-таки эта ахиллесова пята? А пята, она вот заключается в энергоэффективности этих двух телефонов. Если я сейчас смогу вам это все дело продемонстрировать, библиотека и, наверное, скриншоты, да, скриншоты. Вот честный скриншот. Вот, друзья, посмотрите, честный скриншот, 4 часа 22 минуты работы экрана, и 5% у нас осталось. Были и другие скриншоты, то есть здесь телефон работал 4 часа 21 минуту, один день, здесь 3 часа 15 минут, 26% заряда, 2 часа 12 минут, 41% заряда. В любом случае, как бы здесь я 2 часа, по-моему, 2 часа 55 минут, в общем, около 3 часов, и при этом 13% заряда. Все зависит от вашего сценария использования, но я более чем уверен, что эти телефоны не будут жестко прям вас наказывать по батарейке, если вы не игроман, то есть если вы не играете на мобильном устройстве в какие-то современные игрушки, естественно, аккумулятор будет высаживаться там за 2-3 часа, может быть, даже быстрее. Да, аккумуляторы небольшие, что здесь, по техническим характеристикам в Mi 8 я даже не подскажу, потому что, ну, на самом деле это не имеет особого значения, просто я знаю, что пользовательский опыт предыдущих там каких-то других владельцев, как модели, то есть не конкретно этого телефона, а как модели, заявляют нам о том, что да, аккумуляторы здесь, ну, такое себе. Во всем остальном, друзья, без разницы, что вы выберете, Mi 8 – офигенный телефон. Вот ты прям готов топить за этот телефон даже в 2021 году. Я не понимаю смысл сейчас покупать какой-нибудь, ну, что на голову придет? Какой-нибудь iPhone, условно, да, там 7+, 7+, 8+. За 20-25 тысяч рублей, если мы говорим о 7+, и 8+, и за 10-15 тысяч рублей, если мы говорим о семерке, когда здесь вы получите две сим-карты, офигенный AMOLED-экран, этот, господи, Always-On Display, офигенную камеру, которая будет в разы лучше, чем на тех моделях айфонов, о которых я сейчас вам рассказал. Да, во всем будет больше преимуществ, да, а за эти деньги, то есть, ну, друзья, здесь просто за двадцатку можно взять вот таких вот, типа, два телефона, да, там, и он обойдется по 7 тысяч, пускай по 8, по 16 тысяч два телефона себе, допустим, там, и жене, или там себе, и брату, сестре, без разницы, себе и маме, там, некоторые пишут, что мама хочет такой телефон у одного из зрителей на моем канале. Поэтому, ну а здесь мне нужен был вот именно опыт эксплуатации. Я ни на секунду не пожалел, что я приобрел данный телефон. Он стоит каждого потраченного рубля, на который, ну, соответственно, за который я за него заплатил. И
будет, я буду просто сейчас в силу занятости, в силу обстоятельств по работе. Нет, ну то есть я не могу вам постоянно снимать, допустим, все, что находится на работе, там, условно говоря, цветок, телефон и так далее. Поэтому, друзья, из всего вышесказанного, долгого, там, условно говоря, получасового видео, может быть, некоторым покажется, что это вода водяная, но я вот честно рассказываю о своих ощущениях. И многих из вас прошу там, вот я хочу типа пиксель, да, стоит ли к этому стремиться? Определенно стоит к этому стремиться. Телефон, безусловно, еще раз повторюсь, стоит своих денег. Но некоторые думают, блин, ну вот пиксель типа говорят лучший камерафон. Друзья, если у вас есть до 10 тысяч рублей, и вы думаете, какую камеру хорошую купить, чтобы это AMOLED-экран, две симки, хороший, удобный размер, в принципе, все современные технологии, NFC. Mi 8, друзья, Mi 8. Я вам открываю глаза и руководство к действию. Mi 8 против Pixel 4. Стоит ли разница? На самом деле, ровно столько, сколько у них разница в деньгах. По функционалу, по всему остальному, вы практически не заметите разницы. Но закончу, наверное, свою мысль о том, что Pixel 4 – это некое удовольствие в плане... Он вот на картинке, точнее, вот он в видео, вот ты его смотришь, блин, ну телефон и телефон, ну ничего в нем такого нет. Телефон, они обычно уродцы по дизайну, по всему вот этому. Но когда ты берешь пиксель в руки, почему, допустим, все больше и больше пиксельводов в России, ты берешь его в руки, секунду, так вот, почему все больше и больше пиксельводов в России? Потому что люди, хоть раз попробовавшие пиксель, поняли, что это офигенно. Это офигенно, и меняет поколение с поколения. Вошли там с пикселем вторым, сейчас там третий, думают о покупке четвертого, или думают 4А, либо пятерку, все зависит от того, потому что он не продается на территории России, надо брать либо у перекупов, либо еще где-то. Как-то так, вот такими получились у меня мысли, сравнения. Естественно, где-то бэкграундом вы смотрели видео, может быть, фото, может быть, видео. В любом случае, какой бы вы выбор ни сделали, вы сделаете между этих двух телефонов, вы его сделаете правильным. Спасибо, друзья, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, будет обязательно большой обзор, пользовательский обзор именно опыта эксплуатации Pixel 4 как основного телефона. С симками, не с симками, какие, может быть, вопросы у меня есть. Как у любой вещи, естественно, у меня есть определенные минусы. И я об этом, обо всем вам расскажу. Еще раз прошу, пиши в бальдак, если ты смотрел до этого момента. Подписывайся на канал. И я буду крайне признателен, если вы распространите это видео и отправите своим друзьям, чтобы они посмотрели и тоже каким-то образом помогли в развитии канала. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.